Привет, привет! Всем привет. Привет! Вы на канале Детишки Шоунишки. Да, и сегодня у нас такой. На обзоре вот такая у нас катапульта. Давай всем показывать ее. Катапульта сделай сам. Это мастерская юного оружейника. Сборное стреляющее орудие для игры в солдатики. Надежная сборка без клея. Стреляющее игровое оружие. Любой угол стрельбы. В комплекте у нас 21 деталь. А, 3 ядра. У нас уже, кстати, были такие пушки. Да. Ну, одна была точно. Вот я не помню, вот такая, по-моему, да, у нас была? Да, была. Только у нас она не желтая была, а была у нас синяя, по-моему, да? Угу. А вот такой не было. Да. Такой не было еще. Большой. И солдатики у нас были вот такие в наборе где-то, да? Угу. Не знаю, они растерялись. Сейчас мы будем 5 с плюсом, она сделана в России, а производитель у нас технолог. Так, ты будешь открывать? Да. Давай. Открывать вот тут прямо, вот видишь, прям берешь в одну сторону и в другую. Тянешь и все. Вот, видишь? И готово. Давай, доставай, что там у нас Вау, в комплекте. Пушка. Так, солдатиков в комплекте нету. У нас солдатиков нету, солдатики отдельно шли. В комплекте у нас есть пружинка, ее главное не потерять, а то у нас нечем будет потом стрелять. Вот пружинка. Вот, вот такие детали. Потом инструкция так по сборке. Схема сборки катапульты. Угу. Так, пригодится. Надо купить, папа, и вот, вот такие вот у нас запчасти. Я сам. Ты сам? Ну на. Коль ты сам, что-то тут прям как-то сложно все. Давай, ты пока там вырезай запчасти, а я ознакомлюсь со схемой сборки. Да. Орудие собирается без клея. Перед сборкой отделите детали от литника с помощью кусачек. Это нужны кусачки. Будьте осторожны, чтобы не пораниться. Возможно, потребуется помощь взрослых. Ну давай, попробуй я. Тут нужны кусачки. Пружинку главное не потерять, он стрелять не будет. Ну ты ищи пока. Ищи. А то стрелять не будет. А мы при помощи кусачек отсоединим запчасти. Без пружинки стрелять не будет, Андрей, ищи. Все, ложи ее и не потеряй ее. Папа, он взял тут, я там. Да, хорошо. Только... Повезло тебе. Да. Так, давай я буду отсоединять запчасти. Да, давай. Буду давать тебе, а ты будешь их охранять пока. Давай считай, сколько у нас запчастей получилось. Папа. Написано 21 деталь. Так. Папа. Раз деталька, да? Ой, я не знаю, что ты сделал. Тут сколько деталей? А, ты ее уже прицепил, да? Угу. Давай цеплю пока. Давай пересчитаем их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. 21. Ой, что-то у нас тут много запчастей получилось. Вау. Да, не по графику. Так, ладно, давай собирать. Начинается. Ты будешь, да, помогать мне. Шаг первый. Вот, сюда нужна пружинка, давай. Да. Давай пружинку. Ставим сюда пружинку. Механизм сюда ставим. Вот. Так. Сложно сбивать. Да, папа, сложно. Ну, не знаю, инструкция есть, особо не сложно. По инструкции-то можно все собрать. Надо найти вот такую еще запчасть, Андрей. Вот такую же ищи, еще одну. Колечко. А, вот, нашел. Вот она. Нашел? Да. И вот еще. Вот пила, папа. Шестеренка. Так. А ты собирай ядра вот эти вот. Они как-то должны вот так вот. О, мама пришла. Собираться вот так вот. Ядра. Вот видишь, вот такое. Оно состоит из этих вот. 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 И второй одевай туда, пока собирай их. Я буду дальше собирать.
Вот, пауки. Собрал, да, ты? Так. Папа, тортик. Что там у тебя? Тортик. Тортик? Да. Прикольно. Пригадал на кот. Так, что у меня тут, какие запчасти еще есть? Вот еще есть какая-то штука. Да, кортик. Вот это вот сюда, большое колесо, да? Это сюда, папа. Вниз, папа. Да, вниз, это вниз, вот сюда. И надо длинный, это будет папа, постой. Да куда, папа? Пока не знаю. Пока собираю, не знаю еще. Ты все собрал? Нет, не все еще. Вау. Пытаюсь собрать дальше. Это, наверное, все-таки сверху. А это вот так ставится. У меня такой нос, папа. А? Нос именно. Нос у тебя такой? У меня будет другой нос. У меня такой нос, папа. Нос. Так, пока все по графику идет. Почти. На такой нос, папа. Нос? На такой сати, папа. На нос. Ну, это хорошо, что у тебя такой нос. Как они неудобно сделали, блин, фиг соберешь. Это надо одновременно, что ли, все одевать, так как не пойдет. Да правильно, правильно-то правильно, а вот надо одеть все одновременно. Вот так вот. Правильно-то правильно. Вот. И это у нас как ставится вот сюда. Это все куда, папа? Все должно сюда как-то. Не растеряй там ничего, Андрей. Я и буду терять. Теперь вот нам надо вот эту штуку. Как-то он не защелкивается. Так что ли? Так. Вторая где? Вот она. О. Ну давай. Опа. Все, защелкнулось. Так. Так, так, так. Теперь мне надо эту поставить. Подожди. Поставили. Теперь вот этот механизм надо вот сюда поставить. Так, о, Ленька, все подходит пока. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Шаг четвертый. Папа, так долго чего? Да, долго. Вот. Теперь тут где-то должен быть курок. Курок. Вот так. Да, вот это мне надо. Вот сюда. Курок. С педалью. А вот педалька. Все правильно. Так. Ты же забрал так много? Угу, почти собрал. И у тебя куда? И у тебя куда? Это курок. Как вот это вот, куда? Куда, куда курок? Так, наверное. Так, да? Так, и вот эта штучка фиксируем. Это куда? Это стрелять ими. Их? Да. Вот она. Так, вот мы собрали катапульту. Так, давай, Андрей, заряжай ее. Вот, ложи. И теперь на педальку нажимай. Вау. Страшно? Нет, ладно. Давай, ты пока бегаешь за тем, я вот тоже заряжу. И тоже пульно. Дай-ка. На... Зарядил, нажимаю. Где я? На. Тихо, да? Да, так смотри, в лоб себе не пусть, не.
Нет. Вон он улетел. Пока Андрей бежал, я стреляю. Так. Только вниз, она должна вверх лететь. А ведь там не обязательно шариком стрелять. Можно и стрельнуть кубиком. Давай. Ты, мама, ты сюда. Опа. Где? Ну там же, где, наверное, видишь шарик. От катапульта. Давай, стреляй. Страшно. Страшно тебе? Да. А ты стреляй знаешь куда? Меня. Я шучу. Ой, лучше в стенку стреляй. Глаз такой. Так, как он там заряжается? Вот так. Да. Так, нажимаем. А можно ее, знаешь, как вот так даже два положить? Два? Да ладно, нет, один. И вот так вверх чуть-чуть приподнять и нажать. И она вверх полетит. О! Да мне кажется, она регулируется вверх-вниз, вот этим, вот эта штука регулируется. Я буду искать. Ладно, давай потом поищем. Прикольный катапульт, Андрей. По-моему, папа нашел, да? И вот еще. Да? Ой, все, нашел. Садись. Классная катапульта, Андрей. Понравилось? Да. Будешь баловаться? Да. А у нас солдатики есть, можно по солдатикам стрелять? Да. Вот, нашел прям сходу два солдатика? Да. Ну, давай одного. Одного, вот, давай. Давай. Спыльнешь мне катапультой? Вот, вот такой. Давай. Вот. В нос себе не пульни. Давай, стреляй. Перелетел. Давай, стреляй еще. Я упал. Вот отсюда целься, вот так вот, и стреляй. Руками. Я попал. Ладно, да, попал. Молодец. Давай скажем всем пока. Пока-пока. Выползай. Чайки. Выходи, Андрей, оттуда. Помахай всем рукой-то. Андрей. Пока-пока. Подписывайтесь на канал и ставите лайки. Вот такая вот катапульта у нас получилась. Да. Вот. Папа. Стреляет вот так вот. И бух. Сейчас я вот так выстрелю, чтобы видно было всем. Я указал. Папа, я тоже показал. Прикольно, катапульта. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Чуть-чуть повозяклись, ну ничего. Можно и покрасить. Она папа, попробуй. Что там, мороженое раздают? Распробуй. Давай попробуем. Вкусное. Пока-пока.